Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Давненько я хотела приготовить суши-торт и обычную Филадельфию в домашних условиях. Я хотела приготовить сама, но мама сказала, у меня опыта побольше будет. И мама хотела поэкспериментировать, а потом на видео снять это все дело. Получилось просто идеально. Посмотрите на этот суши-торт. И вот такая обалденная Филадельфия с очень такими жирными кусочками форели. Давайте приступим. И у нас здесь такой сок. Мультифрукт. Попробуем мамину стряпню. Так. Выглядит очень даже аппетитно. Вроде как не разваливается. Супер. Здесь у нас еще внутри авокадо. Обожаю Филадельфию. Особенно такую аппетитную. Сейчас получила уведомление от Капитал-банка. Мне предлагают карточку. Да не дай бог. У нас есть банк такой, Капитал. И, в общем, там что не делаешь, комиссия. Любая операция, комиссия. Снимаешь деньги с банкомата Капитал-банка. И там тоже комиссия. Везде, повсюду. Это мама неправильно сделала эти большие кусочки. Кидаешь с карточки на карточку, комиссия. Открываешь карточку, денег стоит. Снимаешь с карточки деньги, комиссия. Господи, я сделала карточку там и пожалела, господи, что это такое? Нигде это не видано. Как это вкусно. Единственная ошибка мамы, мне кажется, она в тортике не разрезала рыбку. Позавчера заметила, что мне пишет девушка. Очень знакомый аккаунт. Захожу. А это девушка, которой я хотела записаться на ногти. Оказывается, она моя подписчица, она мне писала по поводу ногтей несколько раз, и я просто не видела, прикиньте. Когда я записывалась на ногти, у меня есть такой фейковый профиль. Не то, что фейковый, просто там нету фотографий, там стоит просто бабочка. Вот. И оттуда я записывалась, чтобы, например, мастер не знал, что это именно я иду. Вот, и я хотела как раз-таки к ней записаться, но я не помню, я ей позвонила, что-то, то ли она дома делает, то ли не в салоне, ну, в общем, что-то не сошлось. И она бы меня, наверное, спросила, а чем я занимаюсь и так далее. Я бы начала наяривать, что я работаю в строительной компании, потому что когда я обходила на ногти, девушка меня спрашивала, вы чем занимаетесь и так далее. Я сказала, я работаю в строительной компании. Она сказала, у вас очень знакомое лицо. Я сказала, ну не знаю, может совпадение, может я похожа на какую-то вашу знакомую. А прикиньте, моя подписчица, вот неудобная ситуация получилась бы. Это, конечно, нечто, ребят.
ничем не отличаются от покупных. Разве что немного внешним видом. Но все равно, если учитывать все плюсы и минусы, у нас роллы продают недорого. Если посмотреть, сколько в магазине стоит рыбка, сколько стоит этот сыр. Ну, рис там, ладно, недорогой. То плюс-минус получается почти так же, как и продают доставки. Мы с подружкой были в хорошем ресторане. Я просто открыла там, где роллы. И была в шоке от цен. В этом ресторане 8 штук роллов стоит столько же, сколько в моей любимой доставке стоит 40 штук, прикиньте. То есть один сет Филадельфии стоит 30 манат. Прикиньте, 30. За 30 манат можно купить 50 штук. Я, честно, не особо любитель ходить по дорогим ресторанам. Есть люди, которые прям кайфуют, чувствуют себя там, знаете, прям людьми высшего общества, что вау, я сходила в такой ресторан, я была в этом заведении. Любит эксперименты. Я абсолютно нет. Мне по большому счету все равно. Куда идти, чё как. Для меня самый главный фактор, чтобы было вкусно. Все остальное не важно. Обстановка там. Кто чё говорит. Единственное, я не люблю, когда слишком шумно. Не знаю, как у вас, но у нас в Макдональдсе еле слышно вот друг друга. Кстати, я сегодня должна увидеться с подружкой. Совсем забыла. Мы должны сегодня увидеться с Шелли. Куриная память у меня, как всегда. Уже который раз мы должны с ней встретиться, что-то никак не получается. И сегодня мы увидимся после ее работы. Мне надо поехать к ее работе. И там мы увидимся, посидим где-нибудь, я немножко пройдусь по магазинам. Везде сейчас завезли новую коллекцию, я поняла, знаете, одно. На скидках, к сожалению, размеров не остается. Поэтому лучше покупать, когда появляется новая коллекция. Правда, я и Шейн заказ сделала, но все же. Здесь в городе тоже что-то купить хочу себе. Вообще, когда что-то себе покупаю, мне такое безграничное счастье, я прям так радуюсь, как ребенок. Поэтому иногда надо себя баловать новыми вещами. Поэтому сегодня как раз-таки мы увидимся, сходим в молл. У меня всего месяц остался до третьей вакцинации, поэтому надо этим временем пользоваться, дальше меня не пустят в моллы. В общем, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка.